А вы когда-нибудь задумывались, сколько нужно женщины для счастья? Наверное, никто не будет спорить с тем, что у женщин свой, особенный взгляд на мир и все в нем происходящее. Понять загадочную женскую душу практически невозможно, но попытаться все-таки стоит. Когда у женщин появляется семья, дети, она полностью погружается в этот мир, забывая о своем призвании – нести в мир любовь и красоту. У нас есть только два оружия – тушь для ресниц и слезы, но мы не можем использовать их одновременно. Представить мастеров, стилистов спа-салона города Измаила, которые любезно предоставили нам такую возможность преобразить нашу героиню. Это Алла, Людмила, Любовь, Анна. И мы должны принять сегодня решение, какой же образ мы создадим нашей героине. I'm not ready to be just another of your mistakes. I can't seem to drown you out. Инна, давайте сегодня преобразим ваше личико, так как вам необходим уход будет. И сделаем с вами чисточку. Давайте, попробуем. Соло молодости? Конечно, я шучу. Это Соляй. И если ты хочешь быть знойной и загорелой, тогда это для тебя. Но я пошла. We'll be right back.
очень большая работа проделана. Сначала мы сделали осветление всех зон попрядно. Потом мы нанесли тон на корень, глубину цвета сделали. А в конце тонировку на всю длину. Потом лечение, реконструкцию. Сейчас мы делаем стрижку, а потом мы будем делать красивые локоны. Честно сказать, я даже не знаю, я даже не в душе даже не могу представить, что там будет. То, что как бы я видел такой ее, и я люблю такой. Но сейчас вижу совсем измененная другая. Это будет макияж не дневной, не вечерний, что-то среднее, такой умеренно с выразительными глазками, ну, чтоб как бы подходило к образу. Дети, секс, еда – вот то, что делает нас по-настоящему счастливыми. Все очень просто ведь. Примите тот факт, что любовь – это живой организм. Она постоянно меняется с вами. Меняйтесь и любите. С Новым годом!